Вашингтон готов решить сирийский кризис военными методами. Вот такое громкое заявление прозвучало из уст Джо Байдена. Вице-президент США обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьером Турции в Стамбуле. Вместе мы продолжаем работу над поиском политического решения в Сирии. Прогноз и не оптимистический, и не пессимистический. Джон Керри сейчас в Саудовской Аравии, все вместе мы встречались в Давосе. Мы знаем, что было бы лучше достичь политического решения, но если это будет невозможно, мы готовы к военному решению этой операции и победить ИГИЛ. В Белом доме поспешили пояснить слова Байдена. Речь об изменении политики Вашингтона в отношении Сирии не идет. Оказалось, что вице-президент имел в виду исключительно борьбу с террористами. А в широком смысле конец гражданской войне в Арабской республике США хотят положить политическим путем. Межсирийские переговоры должны начаться на следующей неделе. В Женеве ждут представители официального Дамаска и оппозицию. Подготовку ко встрече обсудили также Сергей Лавров и Джон Керри. Дипломаты решили, что международная группа поддержки Сирии должна и дальше сопровождать мирный процесс.